Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, гости Центра славянских культур. Здравствуйте, уважаемые зрители. Рады приветствовать вас. Меня зовут Елена Марченко, и мы продолжаем с вами месяц украинской культуры. Мне приятно представить поэтов Татьяну Рездвенко и Владимира Пиманова, которые недавно издали совместную книгу стихов, прозы и мини-поэзии с шутливо-мистическим названием «Пустяк и призрак чемодана». Помните, что в прошлом году мы проводили с вами декаду украинской культуры, и Володя с Татьяной уже были у нас в гостях, и был их творческий вечер, и тогда они выступали с программой «Стометровка» для Стайера. А вот не прошло и года, а у них уже несколько новых книг и новая совершенно программа. И сегодня они у нас в гостях. Давайте вам пару слов скажу, пожалуйста, о наших гостях. Напомню, что Татьяна Рездвенко – это замечательный поэт, прозаик, постоянный автор журналов и поэтических антологий, участник российских, зарубежных, литературных фестивалей, просто замечательная, красивая, удивительная женщина. Сейчас она предстанет перед вами. И Володя Пиманов, член русского пен-центра. Стихи, прозы, рецензии печатались в различных бумажных электронных изданиях. Вы, наверное, помните, недавно он вел эфир с классиком современной украинской литературы Игорем Павлюком. А сегодня он у нас в гостях. И они вместе с Татьяной представят новую книгу «Пустяк и призрак чемодана». И я, прежде чем пригласить их сюда, я вас приглашаю, Володя, Танечка, пожалуйста, вас очень сильно попрошу, пожалуйста, расскажите, как этот сборник появился, откуда он, откуда такое чудное название и все, что вы считаете нужным сказать нашим гостям. Пожалуйста, я с большим удовольствием спасибо, вам передаю Елена. Слово. Всем спасибо, хорошего Елена, вечера. Здравствуйте. 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 Дорогие телерадиослушатели, ну, название книги родилось из стихотворения Владимира Набокова «Пустяк. Название мачты». В нем есть такие строки: «Вот это я и призрак чемодана, вот это я по улице сырой, идущий в вас, как будто бы с экрана, я расплывающийся слепотой». Набоков в названии этой книжки появился не случайно. Дело в том, что в начале этого года, а именно 8 февраля, состоялся одноименный вечер в доме музея Набокова в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице. Вот. И фактически вся программа легла в основу этой книги. И вот эту книгу мы собирали не как какое-то механическое, и программу, не как какое-то механическое соединение блоков текстов, а так очень ее бережно сшивали с удовольствием. И получился диалог друзей. Дело в том, что мы с Володей знакомы ужасно долго, вот я даже стесняюсь сказать, сколько. Вот. Хотя там цифра прописана. Цифра прописана, да, но я ее не буду озвучивать, вот, из скромности. Ну вот, так что... А, я еще хотела сказать, что здесь на книжке фотография, которая сделана здесь год назад, вот, на том самом вечере. Да, замечательно, да. Но чу, что это за такая питерская площадка, на которой читают стихи московские поэты. Что вообще там происходит? Вот по ходу нашего выступления в феврале оказалось, что разбилась витрина. Видимо, дух Владимира Владимировича Набокова на нас отреагировал и отрицательно отреагировал. Сейчас вроде бы там тоже какие-то происходят катаклизмы. Наверное, тоже бушует призрак Набокова. Вот, но мы попросили, тем не менее, попросили мы рассказать о музее старшего хранителя Анну Абрамову, которая записала для сегодняшнего мероприятия такой ролик. Вот сейчас мы его посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Анна Абрамова, я главный хранитель музея Набокова, который находится в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице, дом 47, в доме, в котором родился будущий великий писатель. Этот дом достался в приданное матери Набоковой Елене Иване Рукавишниковой. Когда она получила этот дом, она его произвела архитектурные, скажем так, изменения, настроила третий этаж и изменила перепланировку и
устроила по современным тогда тенденциям лифт, провела телефон, электричество, и прекрасно жили здесь люди. Вот. Сейчас в нашем музее есть небольшая экспозиция, посвященная творчеству Владимира Набокова, и здесь можно увидеть немного личных вещей, мемориальных. И, конечно же, нас относят это не только к Владимиру Набокову как писателю, но и его увлечением энтомологией, бабочками, и вообще летнему отдыху под Петербургом. Помимо нашей, так сказать, постоянной экспозиции, мы проводим разные выставки. На данный момент у нас идет выставка петербургского иллюстратора Михаила Бычкова и выставка, посвященная 90-летию романа «Защита Лужина». Будете в Петербурге, будем рады очень вас видеть у нас в музее. Приходите. Это у нас талисман сегодняшнего мероприятия. Дальше, секундочку. К сожалению, зажигать нельзя, противопожарная безопасность, но все правила игры соблюдены, мы действуем по инструкции. Арина! Арина! От раковица Пушкина зовет, фарфоровое блюдечко торопит. Дух Пушкина не хочет, не идет, выплевывает жалкую приманку. На самом деле все совсем не так. Здесь Пушкин повсеместно и повсюду. На кухне тихо двигает посуду, тревожит штору, шевелит башмак. От раковица полная огня, то замолчит, то к Пушкину взывает. Зачем ей Пушкин? Ладно б кто другой. О, дерзость воспаленной малолетки! А явится, что станешь делать, дева, над яблоком запнувшаяся Ева? Ему протянешь розовые руки, себя предложишь для любви и муки, и радостное ровное лицо, как наливное спелое яйцо. Друг Пушкин, насладись победой, спиритку юную отведай. Июньской ночи наважденье, неслышный шепот, блюдца, свечи, от раковицы словно печи, раскалены от напряжения. И Пушкин здесь, но он не будет мизинцем блюдечко толкать и вспоминать порядок букв, от коих начал отвыкать. Булькает квас, и квасится на солнце. Жена купила спички. Зачем? 3-1 датчане проиграли японцам. Мир, похоже, стал на голову и опух совсем. Солнце само по себе и живет в квадрате. Конец июня тащится и течет. Брат Пушкин в полном неадеквате, беспробудно бухает и Гончарову зовет. Только она в имении под Калугой ни сном, ни духом, точнее, все в прошлом, и поезд ушел. Ночь надвинулась, вампир прожужжал над ухом. Ухо отрезано и выброшено. Я искал его, но не нашел. Избыточным зрением Бог наказал. Вижу насквозь Ярославский вокзал. Везут бомжовую королеву. Без ног, зато в бараньем боа.
по праву сторону и по леву воздыхателей два. Вижу плевок серебряный, знаю чей. Вижу в лосе ядовитый ручей, где Иван Данилович ловит бычков, угостить соседушек и внучков. Вижу жизнь в обратную сторону, поделенную типа на два крыла, где всякого поровну, отчетливо место, где умерла. Вижу жизнь пустую, консервную банку. Просыпаясь нехотя с позаранку, распускаю зрение мое, как масло, чтоб горело чисто и медленно гасло. Если хочешь идти в Коносу, то иди в Коносу. Никто тебя не задерживает. Бенедикт Ерофеев, Москва, Петушки. Посидим на дорожку, подымим папиросой. За окном не на шутку разгулялась пурга. Что поделаешь, нужно отправляться в Коносу, коли жизнь дорога, коли жизнь дорога. Справедливость и честь закопаем в сугробе, пусть ликует отныне монах Гильдебрандт, и пойдем босиком в рваной нищенской робе. Этот факт летописцы внесут в фолиант. Подготовим себя к унижающим взглядам. Оскорблению нас не дано побороть. Все устроится, Берта. Все будет как надо. Да спасет нас Господь. Да спасет нас Господь. Этюд. Огонь в ночи в помойном баке у Курской станции метро. Как сразу сделалось светло, тепло и празднично в Клоаке. Апреля черное стекло шипит и плавится от жара. Забыла я, куда бежала, глаза дымком заволокло. Бродяги темные застыли, их ноги босые застыли. Бутылки мутного стекла умолкли в недрах темных сумок. Уют бесплатного тепла прекрасен в это время суток. Притормозив, гляжу в огонь, как свежевыкупанный конь, такой же нестерпимо красный, шипучий, маленький, напрасный. Город Шахтерский, Минская улица, лето, пейзаж неброский, акация у дороги сутулится, заборов серые доски. Пес завывает протяжно, ровненько, нота тревоги в мыслях. Солнце прошлось по кустам крыжовника и виноградным листьям. Даль безупречно, вблизи неровности, в воздухе гарь и сажа. Нет еще минских договоренностей. Жив Джо Дассен даже. Коль яблоко взялось коричневеть, его уже не остановишь. Срезаешь четверть, отрезаешь треть. Все, не спасти, оно летит в корзину. Хотя проехала со мной Украину, почти с Чернигова, и кус изрядный до Москвы в багажнике светилось и лежало, и где, видать, бока крутые отлежало, а вот теперь его не стало. Но ни к чему намеки тут и параллели. Да, выкинули, жаль, не съели. Между Москвой и небом нет ни войны, ни мира. Между Москвой и небом радости аромат. Между Москвой и небом ангел помажет миром. Между Москвой и небом Сергиев Посад. Мне тихих наслаждений череда. Отпущена прогулка, сон, еда. Опять прогулка, главное же нас, лаждение, неспешность. Шаг, поворот, глоток, смежение век. Все медленно, подробно и вовек не повторится в этом воплощении. Я тишина, я сон, я человек. Прозрачность, понимание, сгущение. В том месте, где я родился, ну, то есть в месте моего рождения, однажды пророк умылся, потом открыли месторождение. Угля, вольфрама или безумие? Какая разница? Все равно не наше. А пророк превратился в мумию и о будущем теперь не расскажет. Все станет предметом стиха. Все то, что шумит из стиха, полно драгоценного смеха, шелковистого и мехового. Ох, какая потеха,
Что же в этом смешного? Хохоча мы сидели и шли, и лежали, и только когда голова разрывалась от боли, лишь тогда не смеялись, не более. И когда под наркозом лежали, не смеялись, а тихо дрожали, и врача раздражали. И дитя первый раз в самолете оторвался от самой земли, рассмеялся, от смеха зашелся, хохотал, пристегнутый ремнем, невесомостью шумной снедаем, меж зазором и краем. С черной кромки апрельской земли в смехоте, дурноте и икоте мы снялись, сорвались, поплыли. Пылкий смех меж локтей и лодыжек, мелкий смех и мурашки в паху. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, ху-ху-ху, а мой смех, мой щекочущий ежик. Живы этим разжиженным смехом, мы открыты ветрам и потехам. И когда приземлимся, коснемся, отстегнем пояса и ремни, ты, смеющийся стриженный ежик, к полупыльному тихо пригни. Я без смеха, как кегля пустая, ты без смеха обычный, простой. К аппарату веселого смеха подключен наш мотор холостой. Тропинку, как висячий мост, качает ветром. Октябрь сутул, многоголос, берет из фетра. А ты по пояс в озорстве, прямой, нестрогий, скользишь по умершей листве, считаешь слоги. Сбрось у ближайшего столба свои вьетнамки. Двусложно движется судьба. Раз-два и в дамки. Он бородач был и толстяк, а стал шикарный холостяк. Хоть из его ребра была, жена влюбилась и ушла. Он сына вырастил, заметьте, растут теперь у сына дети. Прошло 100 лет, 15, осень, мы в ЦДЛ, ноябрь, 8, 4 стопки и бокал, внезапной радости накал. Так половина взрослой жизни идет одним куском под кат. Ты выше стал, не изменилась, как ты, а ты, я очень рад. Воспоминаний том, смотрите, издал, полтинник разменял. А в середине первой трети три милых строчки про меня. Гудели шмелики, и мы гудели непревзойденным и чистым гулом. Метели, роторы и пустомели собрались вместе одним аулом и возлежали на скромной травке, и пили пиво, редиску ели. Гудели шмелики, ползли козявки, лягушки квакали и птички пели. А может, не было козявок с птичками, и квак в воде ручья терялся. Но был костер, зажженный спичками, и тот костер дымил, старался. И вдруг в дыму, почти отчетливо, секвойи, Африка, пигмейцы малые. Так хмель, покрывший нас заботливо, рождал прострации и мысли шалые. Гудели шмелики, метели ухали, по рюмке ползала коровка божия, а мы лежали все кверху брюхами и загорали своею кожею. Арина! Арина! Пожалуйста, Арина! Глава вторая. У анестезиолога. У анестезиолога Пуцмана красные глаза и спецкостюм василькового цвета. Ему идет его фамилия. Он боек, артистичен, виден балагур и мастер анекдота. Сразу стал называть меня Танюш и на «ты». Наверное, я молодо выгляжу. Корни. Выпиваем, значит, с товарищем. И он, товарищ, говорит по случаю наполнения очередной рюмки. Представляешь, мой предок, кто-то из прапрапрапрадедов, имел мельницу, настоящую мельницу, водяную. И он ее пропил. Воскресным утром. Будильник позвонил по понедельничному в 6:45. Телефон что-то напутал. Физическое тело перевернулось на другой бок. Эфирное тело встало, поплелось на кухню, зашумело чайником. В 7:10 оно разбудило эфирное тело дочери.
голова стала думать про Ника Пиццолатто, как он, такой славный, хорошенький, написал страшную историю, которую все смотрят, боясь, трясясь и плача. Понедельник в приступы социофобии выпустить колючки, выпустить колючки, стать ежиком, залечь в зимнюю спячку. Пилатес и Куренсис. На пилатесе женщина, лежа на спине с поднятыми ногами и производя ими круговые движения, пишет что-то в смартфоне. В это же самое время на выступлениях Куренсиса при входе отбирают мобильные телефоны, где они, казалось бы, нужней. Сделать селфи, снять видео, разослать по WhatsApp, выложить на Фейсбуке. СМС-ка из Украины в русской транскрипции. Купить, будь ласка, нам мобильный телефон десь долярів за 100. Якої фірми, вибирайте самі на ваш розсуд, бо ми у них не дуже розбираємося. У нас в селі поставили телефонну вежу, і у мобільному телефоні тепер необхідність. Розрахуємося при зустрічі. Тюбик. Проснуться, страстно сжимая руки тюбик, смятый, полузадушенный цепкими пальцами. Что тут было, пока мы спали? Аномалия. Прихожу, допустим, куда-нибудь, ну, в магазин за картошкой, в учреждение за бумажкой или даже на исповедь к духовнику. Передо мной всегда очередь, человек в 100, а может не в 100, а в 3-4, но движется со скоростью один человек в 2 часа. Так вот, когда подходит моя очередь, я всегда оборачиваюсь. И вижу, за мной никого. Первое впечатление воскресенья. Вид с четвертого этажа на лужайку рядом с детской площадкой. Огромный мужик, скучая, покачиваясь на пятках, ждет, когда крошечная собачка в алой кофточке справит нужду. В сквере. Сижу на лавочке в сквере. Дети раскачивают мироздание. С третьей строчкой. Загвоздка. Хочется сказать что-нибудь важное о добре и зле, но качели, будто маятник перед глазами. Скорей бы Новый год. Сумасшедшая мать. Мама с дочерью идут в парк. Там свежий воздух. У матери похмелье, легчайшее. Хорошо посидели вчера с друзьями. Нужно проветриться. Подруги, тоже мама с дочкой, не смогли составить им компанию. Обе не в тонусе. Матери полежать бы с книжкой, но долг гонит в парк. Здесь безлюдно. Неистовая зелень превращает парк в джунгли. Как в орнитологическом заповеднике заливаются птицы. Одна, серенькая, пухленькая, поет на сучке, глядя на них в упор. Матери хочется полежать. Девочка тоже вялая. Чтобы развлечь дочь и взбодрить себя, мать предлагает показать, как бегают павианы. «Ну давай», — неуверенно говорит девочка и оглядывается. Согнуться в полуприседе, опустить голову, свесить руки до земли и скакать. Смотреть из-под лобья. Можно ухать, но не обязательно. Дочь испуганно смотрит по сторонам. Губы, однако, расползаются в улыбке. Обезьяна подходит к девочке, рассматривает снизу вверх, из-под лобья, принюхивается, чешет живот. Внезапно срывает с ее головы бейсболку и с победоносным уханьем уносится прочь. К обезьяне в охотничьем азарте подбегает собака. «Клайд, фу!» и кричит издалека высокий мужчина. С гордыми спинами, взявшись за руки, мать и дочь уходят по аллее. Небо в чайниках. Небо в чайниках отражалось. Небо в чайниках полоскалось. Чайники, чайники, чайники мои. Я собирал их по помойкам. Отмывал, отдраивал, натирал до озера, до зеркала, до блеска. Чистый чайник, чистая душа. Неважно, кипяток или не кипяток, полный или пустой, стремится на подоконник. Хоть краешком крышечки, хоть частью носика. Вот они, 15 глянцевых братцев, в шахматном порядке, выстроились на подоконнике. Благо широк он, длинен и вместителен. И небо уже здесь присутствует. Голубенькое, светленькое небо в чайниках. Пришла хозяюшка в передничке, розовое поле с желтыми цветочками, и переставила чайники на печку. Как попало поставила. Хаотично. Небесному небесное. Земному земное. Я пререкаться не посмею.
дышите копотью, отражайтесь потолком свежевыбеленным, а я займу место ваше, ноги свешу наружу и в небе отражусь вместе с домиком, наполовину кирпичным, наполовину саманным». Гиацинты, бодяжить. Два слова забыла в разное время, первое сегодня, второе в среду. Вспомнила одновременно. Бугай. Признак бугаизма – кольцо в носу, продетое через ноздри. Подслушанное в электричке. На боку, раз в неделю по субботам. Они потом развелись. Так что же она ему не сказала? А ее устраивала. Развелись не из-за этого. Кукиш. Мужик какой-то стоит в тамбуре электрички и снимает на мобильник через стеклянную дверь тех, кто в вагоне. Что тут такого? Снимает человек и снимает. Так вот, я ему дулю показал. Он пишет: «Я поищу через Ю, но бог ты мой, как он чинит стиральные машины?» Солили капусту. На мою долю выпала непосредственная шинковка. Результат шинковки – 3 кочана и 2 пальца. Капуста вся в крови и с кусочками плоти квасится. Яблоки. Каждое утро мы проходим мимо овощного магазина. В больших окнах, прямо на подоконниках, накрытые газетами, спят яблоки. Если мы опаздываем, свет в овощном уже включен. Продавец, крепкая коротконогая красотка, решительно сдергивает со спящих яблок газеты. Яблоки щурятся от едкого электрического света, хнычут, зарываются поглубже. «Подъем, подъем, просыпаемся!» — шумит продавец. «Еще 5 минуточек!» — скулят яблоки. «Просыпаться, умываться!» — командует продавщица. Она пшикает на яблоки из пульверизатора. Яблоки вскрикивают, повизгивают. За их вознёй равнодушно наблюдают толстокорые тыквы, располовиненные и расчетвертиненные. Завидев входящих в магазин первых утренних домохозяек, продавщица успевает ущипнуть верхние яблоки, чтобы раскраснелись. Когда женщины подходят к прилавку, яблоки таращатся на них, улыбаются, пунцовеют щеками. Ишь ты! Тут же ведется на их красоту женщина лет 60. Этих килограммчик завести? «Чуть побольше получилось, оставляем?» – щелкает кнопками продавец. Яблоки пунцовеют сквозь пакет. «Малышева не велит красные яблоки есть. Забыли?» Подает реплику вторая пенсионерка. «Точно, полошится первая покупательница. Не надо красных. Взвесьте кило семеренки». Скрывая раздражение, продавец высыпает красные яблоки обратно на витрину. Невидимые объятия, неслышные всхлипы. Пронесло. Латте. Невзрачная кафешка в коричневых, то бишь в кофейнях. В кофейных тонах. Да и не кафешка даже, так, не пойми что, что-то среднее пыльное между ларьком и забегаловкой. На заляпанной двери мелом написано: «Лучший кофе на районе», короче. Я отнюдь не кофеман, но тут почему-то резко захотелось зайти. «У вас чай с мятой есть?» – неожиданно для самого себя обозначил я просьбу заспанной молоденькой продавщицы. «С утра и сразу мяту?» – оценивающе посмотрела на меня девушка. «Наверное, ее зовут Ира», – предположил я. «Всех продавщиц, с которыми я пытаюсь заговорить, почему-то зовут Иринами». «Почему бы не мяту?» – обожаю отвечать вопросом на вопрос. «Потому что у вас лицо помято», – съязвила Ира. «Давайте я вам приготовлю латте. И понюхайте гладиолус. Утренние морщины сразу разгладятся». Она пододвинула ко мне шикарный букет в 3-литровой банке. Я невольно потянул носом. Пахло болотом и сыром с плесенью. «Откуда такая красота?» – выдавил я из себя, всеми силами стараясь не чихнуть. «Да так, поклонники подарили». «Апчхи!» Не сдержался я. «Извините, обожаю гладиолусы». «Будьте здоровы», улыбнулась продавщица. «Вам латте здесь и сейчас?» «Нет, лучше с собой и навсегда». «Правильно, а чай с мятой никогда больше не заказывайте. Во всяком случае, у меня».
Хорошо, Ира, спасибо. Пожалуйста, ничего не надо. Это за счет заведения. И, кстати, зовут меня Гульнара. Венера. Словоохотливая Венера, владелица магазинчика одежды загадочного происхождения, говорит на особом языке, который мне как бы не чужд. Например, обратите внимание на эту программу, показывает платье. А вот этим мы отредактируем, подает трикотажный кардиган. Пушкин, начальник гидрогеологической экспедиции, толстенький, маленький, невнятный Пушкин Владимир Герасимович, сдал в аренду фирме «Автосервис» помещение и гаражи, вверенные ему экспедиции. Фирму охраняют бравые ребята, частный, так сказать, ОМОН с забавным названием «Робин Гуд». Поток машин, в основном импортных, в «Автосервис» не иссякает. Так что Владимир Герасимович стрижет неплохие купоны за аренду, стрижет купоны, грызет в приятном волнении ногти и внутри себя собой восхищается. Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Дуэль. Арина, мам, а когда идет дуэль, можно уворачиваться? Д'Артаньян выломал подходящую ветку, теперь не страшен поединок с Д'Артаньяном. Д'Артаньян – это бык с кольцом в ноздрях. Мычит, косо смотрит, слюной брызжет. Каренина. Показываю дочери изображения разных кинокаренин, три из которых застали Толстого, представляете? Смотрит, выделяет Софи Марсо. Вивьен Вествуд говорит «красивая». Через некоторое время снова просит посмотреть ту старенькую. Тут же деликатно поправляется, в смысле из старого кино. От Пушкина до Ван Гога. Всего лишь кучеряшка и поцарапанное ухо. Арина! Арина! Глава третья. Читая братьев Карамазовых, глубоких и неодноразовых, как жизнь твоя встает на цыпки, на цыпках дышит и живет, но как моменты эти зыбки. Вот груша, плод полузапретный, бедраст, фигурист, золотист, чу, сладкий дух ее конфетный, тебе предсказывал дантист. Читая братьев окаянных, жалеешь всех больных и пьяных, старуху на одной ноге и эту жизнь на букву «Г». Так и живи, читая братьев, все двери в мир законопатив, и слыша вопль из-за стены, не верь подначкам сатаны, а верь печатному листу. Чу, Русью пахнет за версту, здесь русский дух, здесь Русью пахнет, проезжий проститутку трахнет, забравшись с нею под перрон, а ты не верь, все это сон, все это пакостное чтиво, а жизнь возвышена учтиво в обложке черно-золотой, под теплой литерой литой. Ирине Подмосковновой. У метро раздают газеты с публикацией небылиц. Наступает на горло лето под фанфары и пение птиц. Солнце выдвинуло условия, и столица уже в плену упирается Подмосковье, защищая свою весну. Уползаем, как саламандры, в наши душные шалаши. Электричка на Александров, ты платочком ей помаши. Ползучим гадом, бестией, червем последняя ночная электричка крадется. Где же вы спросите огни, погашенные невидимой волей? Нас из розетки выдернули вдруг. Как стыдно быть ползучим пассажиром, подглядывающим простодушный мир невидимым и вездесущим оком. Лазутчики, шпионы, хороши в своей коварной легкости и прыти, и бьет неуловимое в мозгу, дурное или доброе, о, если б знать, куды себя поймешь. Вся черным шевелением полна, змеится электричка, будто полос, чья полость неопрятна и темна,
и тягостным молчанием набита. Ба! Свет включили! Боже, стыд какой! Мы прикрываем точки глаз рукой, как если бы от скважины замочной нас оторвали, как от сливы сочной, отъяли и за ухо повели, прочь от разгадок мира и земли. Поезд накрыт оренбургским платком. Утро, напрасное время, без шуток. В первом вагоне народу битком. Сердце упало куда-то в желудок. Парень в наушниках смотрит в упор. Под потолком стрекоза промелькнула. Родом из тамбура наш контролер тычет в лицо пистолетное дуло. Белка колотит по рельсам хвостом. В ухо залез таракан и щекочет. Хочется жизнь отложить на потом, спрятать ее между строчек и точек. Вот стометровку школьницы бегут. Порывистое это загляденье, мелькание локтей, коленок, пят, девчачий пыл, горячий школьный пот, и нету больше никаких забот, чем эти наблюдения. Бегут они, худышки и толстушки, мелькают груди, плечи и лодыжки, кроссовки, кеды, белые футболки, уже не пионерки, комсомолки, могли бы быть, не будут никогда. Сполна испивший, бывший пионером, следит в полетах жилистый физрук с трепещущим в руке секундомером, наставил и берет их на испуг. Неполный финиш и не страшный суд. Физрук доволен, переполнен невод, внушает гордость жаркий гордый ут. Стыдливо никнет вялый бледный неуд. Ивану Белокрылову. Приседание в беседке в 5-градусный мороз. 48 приседаний и дышу, как паровоз. Выдыхаю пар горячий, 49-50, пот в глаза, и я незрячий, наконец-то, 60. Я атлет, я олимпиец, я удачник, я счастливец. Если хочешь, прыгну ввысь, хочешь, тигру крикну, брысь. Совсем уже взрослый мальчик, а путает С и Ч, читает грачия, зайцек, не любит читать вообще, в книгу не тычет пальчик. Азбуки в самом конце, редкоземельная С, и того далече, нечерноземная Ч, забористые Ш и Щ, дальше некуда вообще. Еще водится в тех краях нимфа лампочки, фея вольфрама, эфемерная фифа Ф. Но это другая тема. Дочери с нежностью. Кофе-брейк, когда чашки и кружки упали на пол и стали крутиться. Ты открыла глаза, оставила сны на подушке, пытаясь вернуться в реальность и слиться с листопадом за окном, с холодной квартирой, с миром, готовым перевернуться, где снова придется быть задирой. Осталось только потянуться, проснуться, а потом улыбнуться нежно, вспомнив о кофе, о любимой чашке и почему-то о море, теплом и безмятежном, из старой вгиковской короткометражки. Ингаляция. Эвкалипт, потому что горло болит. Склонившись над гейзером этим пахучим, усердно дышу эвкалиптом летучим. Кусает лицо обжигающий пар. Когда же закончится этот кошмар? А гейзер камчатский, представь, настоящий, вовек не остынет, кипящий, бурлящий. Заварим ромашку, солодку, шалфей. Камчатка, Камчатка, живи, не болей. Перестало горло болеть. При чем тут Камчатка? Ответь. Корова... Извините. Корова лезла на акацию, да завалилась вместе с деревом на камень, где ворона с мухами на солнце нежилась в четверг, и громким карканьем разбужена старуха проглотила яблоко и заикала изумительно, давясь иканием своим. Отвлекшись звуками утробными, мясник
порезал острым ножиком свой левый палец указательный и окровавленный вскричал. От неожиданности выронил свечу в солому местный лавочник, и загорелся дом со флигелем. В дыму вся улица сейчас. И зазвенел церковный колокол, и все пожарные попрыгали в телегу с бочкой наполненной. Но отвалилось колесо, а в это время флот отчаливал от нашей пристани напуганной и семафорил юнга с мостика. Вернемся к дождику в четверг. Меж Захадером и Сабгиром на двухметровой глубине мой дед, рожденный командиром, но не убитый на войне, ни на войне укромной финской, ни на прославленной второй, лежит мой дед в могиле низкой с непоседевшей головой. Веселый, грозный, громогласный, большой, великий и ужасный, пловец, ныряльщик, командир, гурман, задира из задир. Лежит мой дед во глубине, во мне, горячей тенью, не подлежащей тленью, тепла и силы очишком, краеугольным камешком. Светлой памяти Нелли. Небес, небось, вселенная не рухнет, хотя ангелы наверняка обалдели, ведь на твою небесную кухню я с коньячком к тебе, Нелли. Закуривай скорее сигарету, дым ароматный и чуть торопливый. Растворяет души, потолок и предметы, но, слава Богу, не слышно взрывов. Зима, июль, все смешалось. Херувимам нальем по рюмке тоже. У них ведь когда-то сердце сжималось и молилось за нас, помилуй, Боже. А сейчас мы здесь, на небесной кухне. Стены побелены, полы помыты. И звезда за окном горит, не тухнет, и никто не забыт, и мы не забыты. Телесность пуговок и пряжек, резинок, выточек и прочь. Когда все это совлекаем, все это скидываем прочь, стоим моллюском без кожурым, робеем, жмуримся, дрожим, не знаем, что нам с этим делать, великолепием, стыдом. Стоим, белеем, розовеем, себя стесняемся и млеем, и озираемся зеркал. И так мы подошли к черте. А здесь привычка к наготе. Ее здесь мнут и изучают, а прочего не замечают. Здесь не обязан быть трильяж, здесь совершается массаж. Здесь вы при теле состоите, как пес, смышленый при слепом, как переводчик при заезжей звезде в сиянии золотом. Ноябрь, ноябрь, не брит, разут, покрыт коростой, подморожен. Его на праздники зовут, а он привычно корчит рожи. Тебе и мне, тебе и мне. И как ни странно, не тревожно, слова застыли в тишине, молчанием захлебнуться можно. Уж снегом пухнут облака, ноябрь расправил плечи гордо. О, рви! Привет от сквозняка! Щекочет горло. Скрипит несмазанное счастье. Дай, Саша, маслице чуток, и сахарку огрызок чайный, и чесноку зубок. Все хорошо, но специй маловато. Твой зуд понятен, Саша, мне. Мне тоже хочется в Египет со всеми наравне. Египет не принципиален, есть город Мышкин где-то там. В него необходимо съездить, пройтись по мышкинским местам. А впрочем, бледная Кускова, мне кажется, сойдет. Пусть только грязная короста с него сойдет. Хотя на эдакой тарелке, среди регулярности такой, такой мучительный покой, что я здесь не в своей тарелке. Я знаю, что нам нужно сделать, фарфора поглядеть. Мечтательным и наглым взглядом стекло с него раздеть, чтоб обнаженный, безвитринный, дыша прохладой пор, цвел пожилой и вечно юный, медлительный фарфор. Рекомендую, Саша, эту муку. Особенная нежность и тоска в том, чтобы отпить из чашки заповедной не толще волоска. Чистый лист
поляна снега, мысли кружева, штрих-пунктиром без разбега падают слова на квадрат ладони мокрой, на твою Москву, где центральный ее округ погружен в тоску. Гул машин немного сзади, шаурмой узбек, в сером будничном квадрате умирает снег. Военная песенка. Приказ рассчитаться на свой и чужой, огнем распахать города и черную землю засеять враждой отсюда и навсегда. С картошки в мундире снимаю мундир, сколупываю ордена. У нас-то пока относительный мир, а рядом под боком война. Военный картофель кидаю в салат, порезав на много частей. Слыхали, туда отправляют ребят из наших военных частей. Все, некому больше, убит командир, окучивать и убирать. Картошка, картошка, солдатский мундир, несчитанная рать. В Слободе за кирпичной оградой инвалидов муштровали для парада. Подними подбородок, тяни носок. Распрямили плечи инвалиды, ведь они нужны и не забыты на парад, на битву, на бросок. Хоть сейчас за бравым командиром ринуться готовы, и полмира принесут подкованный сапог императора и богоносца. Снег переливается на солнце, костылями утрамбован плац, а в каморке сырость и унылость, матушки-царицы щедрость, милость, вши, шинель, клопы, матрас. Кто обкарнал тебя, калека, тот пусть тебе и подает. А ты мне сердце не царапай, с исподу в душу не гляди, катись отсюда, не буди в опрятном звере человека, спокойно спящего внутри. Охота жить, умей крутиться, укромно по полу катиться. Катись, вези свои две трети, не заставляй меня смотреть. Катись отсюда, кати свой скарб нехитрый, небогатый, взгляд вороватый, мутноватый, затылок тулова культи. Читая Гамлета, отравлен, средь трупов тобой не замечен. И ладно, вот только без тела совсем непривычно. Спасибо убийце, я каждому лично готов в благодарности руки пожать. Но что-то не очень торжественны лица моих капитанов, почетных гвардейцев. Те двое за ноги, а эти за плечи. Прошу мое тело в огне не сжигать. Заройте в землицу, порой полейте водицей. Быть может, кустом вас желаю воскреснуть, шиповником, розой или ягодой волчьей. Без плача, без песен, пожалуйста, молча, заройте в землицу, полейте водицей. Игла, мы помним все в яйце, и не морщинки на лице. Яйцо не помню, в волке, в утке, в устах же жемчуга и шутки. А утка где? На верхотуре, в российской сказочной культуре. Я не могу поверить, что он, стройный, в твидовом пальто, приятельство невольный пленник, ровесник наш и современник. Не верю собственным глазам, но верю в утку и сезам, где никакая не иголка, любовь, одна любовь и только. Андрею Новикову. Угреша тело моего дзержинствует впритык с капотней, где жизнь, чем дольше, тем залетней, влачит дремотно существо. Существование отнюдь в холмах не мыслится превратно, маршрутка движется отвратно, а я терплю еще чуть-чуть, а я терплю. И день трепло мордует в метрополитене людей, что прячутся от лени в надежде обрести тепло. Покой не волит естество, дзержинствует февраль на лицах, и снова
напряглась столица у Греша сердца моего. Так заливает землю светом, так в марте день тягуч и длин. Что сжарить мне на масле этом? Куда мне этот маргарин? Одной яичницы на небе, одной достаточно вполне. И масла желтого на хлебе, золотого жира на губе. Но этот вкрадчивый, нежный, всесильный нисходящий жар ползет, спускается все ниже, уже по коже побежал. Весна, как мало в этом звуке, не собираюсь, не люблю. Я шелушащиеся руки в карманы глубже углублю. Еще одну весну в подшивку, но снова буду, не усну, заглатывать ее наживку, ее трезубую блесну. 7 марта, час до пробуждения. Во сне еще наивно, как в раю, но мир уже готовит к преступлению, и ангел твой у бездны на краю, и крыльев нет, ладони кровоточат, и яблоню качает на ветру бессмертие, все мельче и короче, как детство, что исчезнет поутру. Азбука. Вот Мандельштам, на букву «М» в поэзии он ближе мамы. Хоть Пастернак на «П», родство не очевидно между нами. Что ни открой, где ни копни, все от знакомцев до родни. Возьмем в кузены Кузьмина, в друзья хотим добыть чина. А это наш 10-й класс, Олейников, Ведернский, Хармс. Вначале кто царит на «А»? Шаль, плечи, в профиль голова. А кто там в Большего, в конце? Мать, дочь, сестра в одном лице. В молчании замер на крыльце, на «це». Мандельштам. Пусть будет ангел в виде Мандельштама, лобастый, лысый, лопоухий, в зеленом кимоно или хламиде, или в задрипанном старинном пиджачке. Пусть будет ангел с крыльями большими, хотя нужны ли Мандельштаму крылья? Ведь сын Эмилия секрет полетов знает, и нынче он парит под потолком той комнаты, где блеклые обои, где окна отвергают занавески, где за столом, заваленным бумагой, сижу я, светом лампы освещенный, и локти уперев в холодный воздух, апрель, не топлено и сыро, мечтаю видеть, слышать, понимать любую малость, шорох ли, видение, а он парит, качается, смеется, ему и там прекрасно, хорошо. Ведь он и там, средь ангелов, поэт. Авантюризма капля, гран, мне добавляется в стакан. Шипучка белая со дна встает на цыпочки у кромки. Жизнь бьет ключом, как бы она нам не оставила обломки. Чем завиральнее сюжет, тем тщательнее он прописан. Мистификации нежный свет уже разлился по кулисам. Нам много лет, нам мало лет, и в этом есть издевка рока. Нам 90-е, привет, условно вычтены из срока. Не верь, считай все это дуркой, но, девочки и пацаны, по нам пройти с резцом и шкуркой, и нам бы не было цены. Прекрасно. В духоте электрического вагона не услышал прощального стона, лишь трещал электрический ток, предлагая водичку и сок. Хорошо бы пивка и кальмаров, и морозного воздуха даром, чтобы в глотке запутался вдох. Остановка считает до трех. Бог. А, Лена, пожалуйста. Дубль два. После рекламной паузы. Да, уважаемые зрители, у нас все хорошо, мы продолжаем. Мы здесь, мы с вами. По скриптум у нас. Мне посчастливилось переводить
несколько стихотворений Татьяны и Володи на украинский язык. И с вашего позволения я тогда их и прочту. Місто шахтарське, Мінська вулиця, літо, пейзаж байдужий, біля дороги акація журиться, парканів сірі калюжі. Пес завиває протяжним мінусом, нота тривоги в думках. Сонце ковзнуло кущами агрусу і по виноградних листках. Даль бездоганна, поруч розбіжності, в повітрі нестерпність смогу. Мінських немає іще умовностей, і Джодасен живий, слава Богу. Поміж Москвою і небом нема ні війни, ні миру. Поміж Москвою і небом радості аромат. Поміж Москвою і небом ангел намастить миррою. Поміж Москвою і небом Сергіїв посад. Это были стихотворения Володі і Танечкіна. Коли у яблуці ростуть поліфеноли, навряд чи зупинить його. Відріжеш верхні або нижні доли, враз яблука ніби й не було. Поїхало, хоча проїхало зі мною Україну, і від Чернігова майнуло до Москви, у багажнику лежало і світило, боки собі понаростило, а ось тепер його не стало. Тут ні до чого натяки замиготіли, так викинули, шкода, не з'їли. Леночка, спасибо большое. Спасибо вам, ребята. И я еще хотела бы добавить о том, что насколько эти люди умеют вдохновлять. Вы помните, ровно год назад мы завершали декаду украинской культуры, и вот ровно на этом месте, в это же время вечером, мне было очень грустно, плакать хотелось. Все почему? Потому что это... вечер Володи и Танечки, он был как бы заключительным в нашем цикле. Володя пришел на декаду с подарками цветочными, принес нам подсолнухи, Танечке и мне. И я решила, что если в следующем году у меня хватит сил, я обязательно сделаю это символом украинской культуры в нашей иностранке. Вот. И спасибо Володе, нашему вдохновителю. Кстати, вы, может, не знаете, но мы с ним земляки. Он из Донецка, а я из Сумской области. Мы, так сказать, являем собой Украину, в общем-то. Да, какой-то восточная, центральная. Какой-то мере. И в этом году, благодаря снова же Володе, который, я не знаю, сколько у него силы и энергии, как он, откуда их он черпает, он столько книг новых издал, поделился со мной этой энергией, и я не смогла остановиться и не провести в этом году месяц украинской культуры. И я счастлива, что сегодня мы все вместе снова, что мы стоим здесь, посредине экватора осеннего, посредине экватора октябрьского, сегодня 15 число, и посредине как раз экватора месяца украинской культуры, который проходит в иностранке. То есть был ряд встреч до, и еще будет ряд встреч после, потому что ура, мы не прощаемся. И я очень сильно хочу пожелать этим двум талантливейшим людям, замечательным уже моим друзьям, быть тем экватором, который соединяет обе половинки земли в один единый классный супершар творческий. И чтобы этот чемодан, он был всегда классным, легким творческим багажом, чтобы он был не тягостным, а радостным, чтобы вы ехали вместе с этими чемоданами и радовали нас своими новыми творческими проектами. Я всячески вам этого желаю и сердечно благодарю. Леночка, спасибо тебе, дорогая. Спасибо, дорогая. Благодаря тебе, в принципе, вот этот вечер и состоялся. С днем рождения тебя, спасибо, дорогая. Вот, спасибо. У Лены вчера был день рождения, вчера был Покров. С Покровом вас, дорогие ребята. Спасибо. Спасибо, наши дорогие зрители в зале, наши дорогие зрители по ту сторону экрана. Мы с вами продолжаем месяц украинской культуры в иностранке. Следите, пожалуйста, за нашими анонсами. Приходите онлайн, офлайн. Всегда рады. И до новых встреч. До новых встреч. Спасибо.